Почтовая площадь. Вот так она выглядит сейчас. А вот справочник 66-го года. Это здание в виде корабля. Сейчас тут какой-то американский институт. Что тут учат? Я не знаю, как быть американцами, что ли. Медленно несет свои воды Днепр. И сколько б ни смотрел с высоких киевских круч на его чарующую красоту, не можешь наглядеться, не можешь налюбоваться изумрудной зеленью Труханова острова, золотистыми пляжами, гранитной набережной, высокими зданиями Русановки на левом песчаном берегу реки. Киевляне любят отдыхать на Днепре, особенно людно в гидропарке на Трухановом острове. Раньше катера и лодки еле успевали перевозить отдыхающих. Решить эту проблему помог мост, переброшенный с набережной Днепра прямо на центральный пляж.